Мусорные контейнеры моют с помощью специализированной техники, а точнее автомашины, которая прямо на наших глазах забирает достаточно большой по размерам контейнер, но уходит внутрь помывочной камеры, где после совсем небольшого времени, отведенного на его приведение в идеальное чистое состояние. А кроме того, еще и после дезинфекции контейнер выдвигается из машины и устанавливается на мостовую. Такая автотехника, способная выполнять эту весьма эффектную операцию, появилась на улицах Щелково. За несколько минут контейнеры на улицах Комарова и Шмидта были не только освобождены от мусора, но и идеально вымыты. Такую автомашину специально для работы на территории Щелково и окружающих его населенных пунктов компания «Хартия», единый региональный оператор по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, передала в управление своему подрядчику компании «ЛНТ». В настоящий момент времени происходит стандартная процедура саночистки, периодической саночистки контейнеров, когда две машины, следующие друг за другом, одна вычищает мусор из контейнера, вторая в этот момент времени этот контейнер забирает и проводит его очистку. То есть промывка контейнера закрытым образом в машине теплой водой с составом очистки. Как выяснилось, эта автотехника должна в дальнейшем объехать все контейнерные площадки и произвести помывку баков по специальному графику вместе с плановым вывозом самого мусора. Оказывается, несмотря на то, что в связи с увеличением количества мусорных баков на площадках, а их больше, потому что после введения системы раздельного сбора мусора появились еще и контейнеры для складирования пластмассовых и иных ТКО, которые пойдут в переработку, этой одной автомашины все равно достаточно, чтобы вымыть все баки в Щелкове. С учетом того, что сейчас добавились контейнера раздельного сбора, то есть техника увеличилась, потому что идет отдельный сбор мусора для переработки, отдельный сбор мусора для вывоза на полигоны, сортировочные станции. Да, то есть их в полтора раза больше стало машин. Значит, если говорить конкретно о машине для помывки, она одна, ее достаточно для одного города, то есть она приходит специально на собственный маршрут и чистит контейнера. Присутствовавший при работе спецтехники представитель самой компании «Хартия» отметил, что применение такой помывочной техники для дальнейшего улучшения работы – один из этапов общего плана действий по введению системы раздельного сбора мусора. В наших, конечно, планах это приобретение комплексов по сортировке отходов. На сегодняшний день мы рассматриваем Щелковский комплекс по сортировке отходов, который принадлежал предыдущим операторам. Сейчас наша работа заключается в стадии вывоза отходов, которые там образовались, несанкционированная, можно сказать, свалка. Бывший подрядчик, который владел этой сортировкой, он, скажем так, складировал незаконно, по сути, эти отходы. Мы, как региональный оператор, взялись сейчас вывозить эти отходы с этого объекта. Также в «Хартии» отлично понимают, что какая бы новая и даже еще более совершенная техника ни появилась, без помощи самих жителей наладить систему раздельного сбора мусора однозначно не удастся. Будущего у нас просто нету, если мы сейчас не начнем сортировать. Мы должны минимизировать количество отходов, направляемых на захоронение. А без сортировки у себя дома, без включения в этот процесс каждого жителя, эта задача, ну, по сути, невыполнимая. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.